Это те самые французы, из-за которых я оказался здесь. Блэки, Спанки, смотрите в оба. Что ты делаешь? Дверь не закрывается. Просто ее давно не смазывали. Да нет, она кривая. Что ты собираешься делать? Не кричи. Я сейчас поставлю ее на место. Ты не можешь вытащить сиденье? Нет, не это. Не это. Что они там делают? Хорошо, еще чуть-чуть. Это не совсем то, чего я хотел, но ничего. Тут все в порядке, надо открыть багажник. Подожди, я открою. Осталось совсем немного. Ну вот и все. Эти французы разбираются в технике. Смотри и учись, а то так дураком и останешься. Где ты еще такое увидишь? Сиденье здесь ни при чем. Все равно теперь его на место не поставишь. Мы и так потеряли время. А машина? Возьмем другую. Вон совсем новая.